27 марта на территории яхт-клуба прошло открытое первенство по гиревому спорту. Участникам предстояло поднять гири максимально возможное число раз за отведенный промежуток времени в положении стоя. Вес снаряда был различный – 16 килограммов для мужчин и 12 или 8 килограммов для женщин. Мероприятие привлекло спортсменов разного уровня, как атлетов, так и любителей активного отдыха. Я очень рада, что приняла в них участие, заняла 3-е место. Еще раз буду пробовать себя, тренироваться. Есть к чему стремиться. Есть к чему, да. Было тяжело, над собой работали, старались. Ну, зима, лыжи, функционал развит, ну и гиря тоже идет. В своих весовых категориях золотые медали получили Смирнов Сергей, Раков Дмитрий, Павловский Эдуард, Каменьков Владислав и Сапранцова Светлана. Серебряные медали у Александра Настехина, Навнычка Михаила, Сергея Прудникова, Мерзлякова Романа и Лианы Стальмахович. На 3-ю ступень пьедестала за бронзовыми наградами поднялись Кацабов Максим, Зайцев Дмитрий, Филимоненков Денис, Швецов Денис и Матвеева Оксана. Я себе тоже сделала подарок. Мне вчера исполнилось 65. Соревнования организованы первичной профсоюзной организацией Смоленской атомной электростанции.